Всем привет, друзья! Я продолжаю искать новинки в магазине Fix Price города Челябинск, и я до сих пор не выздоровела, поэтому мне очень важна ваша поддержка. Вновь на полочках декоративные фрукты, выполненные они из доломита, глянцевые, с металлической палочкой и листочком. Яблоки и груши за 299. Большая рамка или панно для фотографий. Есть 6 прищепок, фотографии можно заменить. С обратной стороны есть специальное крепление для того, чтобы можно было его подвесить. 40 на 45 сантиметров в двух цветах. Есть симпатичная надпись «Люблю тебя» до луны и обратно. Цена 199 рублей. Гребень для девчонок, выполнен он из пластика, а вместо ручки небольшой сквиш в форме животного. Всего на выбор 4 варианта, цена 99 рублей. Это цыпленок, кошечка, мишка и зайка. Расческа для волос, такая у меня есть из прошлых коллекций. Разного уровня щетина поможет лучше расчесать волосы. Расчески эти представлены в разных цветах, цена 149 рублей. Набор для приготовления и нанесения масок. В комплекте шпатель, 3 мерные ложки и гибкая миска с мерной шкалой за 149. Вот такую странную вещь вывесили в Fix Price, это очки болельщика. Они светятся, триколор за 77. Повторный привоз влажных детских салфеток для самых маленьких, в упаковке 50 штук. Тигра, панда, зебра и жираф за 55. Ароматный гель для душа Витамилк с кокосовым молочком. 350 мл, при наличии карты 85 рублей. Недавно я спрашивала вас, что купить для чистки санузла, и вы мне посоветовали средство «Белизна 3 в 1». Наиболее популярно 1 литр за 99. Кому-то стало интересно и уже вскрыли упаковку нового Феликса. А внутри должно быть 8 пакетиков по 85 грамм, 2 вкуса за 199. Новые пледы размером 150 на 100 сантиметров, зимней и осенней расцветкой. Полиэстер, огромный выбор, цена 249 рублей. На самом деле они небольшого размера, но чтобы укутать себя или постелить на какое-нибудь небольшое кресло, сойдут. Выставили пряжу, 200 метров, масса 100 грамм. Пряжа мягкая, состав полиэстер, есть в розовом, белом, фиолетовом и синем цвете за 149. Это тоже новая пряжа, 140 метров, 50 грамм. Сделана она из акрила, многоцветная. Есть выбор цветов за 99. Актуальный товар с учетом того, что у нас дожди и снег. Губка для обуви, черный цвет, цена 27,50. А вот и влаговпитывающий коврик, который я обещала показать в прошлый раз. Он универсальный, 38 на 50 сантиметров. Для обуви, для машины, под посуду, а также можно поставить под цветы. У нас в магазине нашла лишь 3 цвета, хотя в прошлый раз видела зеленые за 79. Этот коврик очень похож на предыдущий, он предназначен для посуды. Размер его 30 на 40 сантиметров, хорошо впитывает влагу. При желании можно обрезать. Тоже разные цвета с изображением посуды за 59. Штора для ванной идет вместе с кольцами, размер 180 на 180 сантиметров, цена 99 рублей. Штора имеет 4 рисунка, нужный указан галочкой. Этажерка пластиковая, широкая, трехъярусная. К сожалению, не написана высота, пластик пищевой. Мне кажется, такая полка идеально подойдет для ванной комнаты. У нас 2 расцветки, цена 349. Тряпка для уборки размером 70 на 50 сантиметров. Хорошо впитывает влагу, разные цвета, цена 79. Пластиковые стаканчики с рисунком производства Архимед, объем 330 мл. В магазине стаканы можно найти в разных цветах за 9,80. Боул с цветочным рисунком. С двух сторон, объем 600 мл, фаянс, не совсем белый, цена 99. Отличная тарелочка из стекла с полуматовым покрытием, 18 сантиметров. Шершавые снизу за 55. Уже можно на полочках найти прошлогоднюю зимнюю посуду из новогодней коллекции. Вот, например, доломитовые тарелочки, звездочки с гномиками. Если не подорожали, то 99 рублей в форме елочки и также прямоугольные. В комментариях подкинули идейку, как можно использовать эту подставку. Не только как подложку, но еще и складывать сверху украшения. Небольшая деревянная подставка за 79. Набор контейнеров for family 4 штуки, пол-литра, 900 мл, 1,5 литра и 2,3 литра. Пластик хорошо держит форму.
Два набора расцветок на выбор за 199. Цикличный товар, и моя покупка на сегодня – это пакеты для завтрака, 200 штук с рисунком за 59. В коллекции Kitchen появились новые стеклянные бутылки с пробковыми крышками, объем 800 мл, цена 199 рублей. Больше за 249 литр 200. Термокружки. Объем больше, чем у предыдущих, 430 мл. Ручка квадратная, 249 рублей. Отличная кружка, чтобы купить себе или в подарок. Эти кружки еще тоже остались в магазине. За 199 рублей выбирайте. Симпатичные обе. Пирожное Барни, цена 149 рублей, сэндвич и внутри шоколадная крошка. А вот и молоко Байт, на которое мне хотелось в прошлый раз посмотреть, но оно было в коробке. В составе совсем нет сахара, овсяное, литр за 149 рублей. Дейли Джой в пакетике, чай черный 150 грамм. Я не покупала, напишите, как вам на вкус, за 79 рублей. Книжка для купания, музыкальная, с объемными страницами, с рождения. Про готовку, про одежду и другое за 149 рублей. Кукла Аврора, настоящая икона стиля, представлена в разных нарядах. С необычным она может быть цветом волос, аксессуарами, за 255 рублей с картой. Аврора просто не может быть без спутника, рядом есть кукла Артур за 299 рублей. А вот кукла София идет совсем не одна. В комплекте есть набор для малыша и сам малыш в животике. Его можно вытащить, цена 297 рублей с картой. А по набору понятно, мальчик или девочка. От Play the Game машинка инерционная, СОС, спецтранспорт. Яркие, с различными подвижными деталями. Вытаскиваем заглушку и будет вам звук и свет за 349 рублей. Первый товар из хэллоуиновской коллекции – шкатулка в форме тыквы. Сделана из керамики с металлическими листочками. Две формы и три расцветки. Зеленые, к сожалению, стоят далеко. Цена 249 рублей. Свеча в форме тыковки. Упаковка с бантиком 5,5 сантиметров. Из парафина. Свечи есть классические оранжевые, белые, розовые за 59 рублей. Набор переводных татуировок под названием «Мрак» в золотистом цвете, цена 55 рублей. Жуткие тату для создания страшного образа, они здесь разные, цена 16,50. Наклейки называются «Жуть», но для меня они забавные. Какие-то монстрики, привидения, вампиры и ведьмы. Я нашла всего три набора, цена 55. Набор для детского творчества, изначально даже непонятно, что это, но по картинке должна быть тыква. Основа, декоративные элементы, веревочки. Второй вариант для создания совушек, две штуки, цена 59. Маскарадные карнавальные очки с пластиковой основой для забавного образа. Больше для детского лица. Есть паук, кошка с фиолетовыми очками и какой-то фрукт. Цена 55 рублей. Каждый год Fix Price приводят эти страшные маски-черепы, но неужели их кто-то покупает? Красная совсем жуткая, цена 149 рублей. Этот товар тоже был в том году, только в другом исполнении. Здесь рожки блестящие, пушок в красном и черном цвете за 79. Еще один ободок, он не с рожками, а с пауком в центре. Забавный ободок мрака с двумя плюшевыми летучими мышками, как будто бы они объелись. 79 рублей. В черных я четко узнаю котиков, а оранжевые должны быть тыковки. Но не очень понятно. Жуткая маска совсем не жуткая. Они переливаются, есть фиолетовые и зеленые за 79. Маска почти невесомая, резинка не регулируется. А также кроме цвета отличаются формой. Карнавальные чулки мрак имеют один размер и 60 ден. Плотные, но я помню в том году размер не всем подходил. Цена 99 рублей. Заколка для волос, я еще заметила ее на сайте, с летучей мышкой и две прятки разных цветов. Летучая мышь, шляпа колдуньи и черный кот. Цена 55 рублей, разного цвета пряди. Подвесная декорация скелет, длина 120 сантиметров, на веревке. Цена 99 рублей. Набор паучков, которые светятся в темноте, 12 штук, они тяжеленькие. Цена 59 рублей. В этом году наклейки для лица выглядят вот таким образом. Жемчужинки и черные стразы. Цена 55 рублей. Страшнющая игрушка антистресс, резиновый паук. Если на него нажать, то все шарики изнутри повылазят. Стоит 59 рублей. Пластиковый фонарик как раз для детской ручки. Есть кнопка, мерцает, переливается.
а также шнурок, чтобы повесить на шею. 3 батарейки уже в комплекте, световой поток небольшой, 5 люминов, приведение, тыковка и череп. 3 варианта. Цена 149 рублей, светиться будут так, как на картинке. Подвесная декорация, череп в черно-белом одеянии с веревкой, длина 77 сантиметров. Наткнуться на такую ночь я бы не хотела, цена 199. Когда увидела эту вещь на сайте, думала, она будет хуже. Тарелочка для конфеток, например. Цена 99 рублей. Есть еще вроде красная. Большущий паук, такой как был в том году, в 3 цветах за 199. И смотрите, раскладка стеллажа. Теперь мы точно знаем, что есть в этой коллекции. Очаровательные тыковки покорили мое сердце. Можно такие сделать самим, нужно только подкупить материал. По размеру они, кстати, как шкатулки. Ткань разная, а соответственно и вязка. Цена 149. Показала вам то, что уже успели выставить, и мне кажется, мой голос сегодня прямо в тему. Линейка браслет гибкая и силиконовая. 20 сантиметров, цвета в ассортименте, цена 79 рублей. Благодарю за просмотр, обязательно поддерживайте это видео лайком. Я желаю вам прекрасного настроения, хороших покупок, пока-пока.